О, ребята, хочу вам показать. Картонная коробка. Его, смотрите, пчелы. Видите? Заселились ловушки. Правда, я тут немного пошумел. Так они начинают волноваться. Сейчас закрою литок. О, буду потихоньку снимать коробку. Вот, ребята, новое дерево, где я повесил старую ловушку. Вот, и пчелы прогрызли ДВПшку внизу, если вам видно. И хороший рой прилетел. Сейчас надо что-то будет шаманить тут. Закрывать это отверстие литок и спускать пчел. Но видите, место я угадал перспективное. В следующем году обязательно повешу ловушку сюда. Сейчас надо думать, как залезть, сделать все аккуратно. Внизу у меня помощница, дочка моя. Сань, помаши ручки. О, сейчас будет помогать, потому что вот тут вот такая, ребята, ситуация. Видите? Пчелы наделали делов тут. Надо что-то думать. Вот такие вот дела. И сбоку там тоже надо будет прикрыть литок. Ладно, буду работать. Тогда спущу ловушку, вам покажу. Все вот тут сбоку, вы видите, они залетают. Надо будет закрывать. Рой сильный. Работы очень много. Вот, пчела кучкуется. Лед хороший, сильный. Прополисом наклеили отверстие его. И пчела вроде спокойная. Нормальная. С той стороны тоже где-то тут или литок, или что, мне не видно. Надо повыше залезть, тоже подделать. Короче, работы очень много. Сейчас потиху будем пробовать делать тут все. Закрывать и спускать ловушку. Еще залетел рой в дуплянку. Сейчас буду снимать его. И еще вам покажу одну интересную ловушку. Вот, ребята, хочу вам показать вторую ловушку из картона, которая обкручена ПЭТ-пленкой. Вот, и заселился рой пчел. Вот так можно ловить пчел просто и эффективно. Два новых места, и сработали картонные ловушки. И вот здесь рой довольно не слабый. Вот такие вот дела. Я весь измотанный, это уже пятый рой сегодня снимаю, замученный, но что сделать, приятные заботы. Не забываем ставить вот такой палец кверху. Привет, ребята, это снова вы, это снова я. Пришел на пасеку поглядеть пчел. Вот. Также раи хотел поглядеть, которые словил недавно и привез на пасеку. И смотрите, что я увидел. Вы сейчас обалдеете. Две ловушки, колоды. А также вот там вот. Если вам видно, тоже вот так пчелки сидят, непонятно почему. Вот сейчас мы поглядим, что за ерунда. Ну, вот здесь вообще приколы. Смотрите, пчелы сидят, выкучились. Непонятно откуда. Или под роек прилетел, или что. Или места не хватает. Ну, странно. С другой стороны... Вот такая ситуация, смотрите. Выкидывают расплод. То ли места нету, надо будет их освобождать. Ну вот такая, ребята, ситуация. Здесь у меня вот водочек. Вот. Сейчас попробую сделать налет на матку. Потому что по-другому я ничего не смогу сделать. Надо разжечь дымарь. Скорее всего, слетели пчелы откуда-то. Надо их куда-нибудь засунуть в воду какой-нибудь. Сейчас
система разгорится. Будем пробовать пересаживать. Ну что я, ребята, сделал? Подготовил я улей. Взял отсюда сотводка расплод. Открытый-закрытый, смешанный. Вот. Сейчас часть пчелы сюда стряхну. Вот. А часть сюда перейдет. Не могу понять, что за ерунда. Струсил пчелу. Сейчас мы с вами раскроем эту колоду и посмотрим. Влага, конечно, тут присутствует. Но мы узнаем, что тут происходит. Этот полностью не будем раскручивать. Пробуем приоткрыть. И тут у нас вот такие вот соты. Оттянули пчелки. Но мы, наверное, эту колоду трогать не будем. Потому что тут природное, вы видите, сделано такое интересное. Ой, красиво так, даже слов нету. Смотрите, ребят, сейчас я вам покажу. Вот как они оттянули. Интересно, соты там внизу пчелаву кучкуется. Там, видимо, или соты упали, или что. Ну, какая-то там движуха. Непонятное. Но я оставлю так, наверное. Пускай они тут живут, потому что тут расплод. Оставлю этот райок так. Переселю, может, с этой колоды сейчас посмотрю. В ловушке я словил пчел. И они непростые, а сделаны, вы видите, молочные горки из картона. Вот, сейчас с вами мы посмотрим, как обстоят дела у этих пчелок. Мне самому стало интересно. Сейчас попробуем поглядеть с вами. Вот так, разрезаем и смотрим, какой тут сюрприз у нас ждет. Ну, а тут отрутневшая семья. Ну, мы ее стрясем. Личинка есть, но пчела такая непонятная, мы ее стрясем. Ну а второй райок большой там в ловушке. Из-под картонного второго. Сейчас сюда с вами сделаем, стрясем. Вот такая вот рамочка. Все, пускай заселяет ее. Закрываю. Сейчас можно еще свальные райки скину сюда.
Сейчас его ребята будут пробовать разбирать эту ловушку. Сильный тоже райок. Средненький такой, может даже совсем маленький. Ну, единица есть. Ее надо тоже использовать. Может в зиме получится небольшой отводочек. А если перезимует, возможно и семейка, если ее подсилить. Вот при вас открываю ловушку. Вот так она была укомплектована. Рамочки вот такие. Вот холстики импровизированные. Тут и пожили и осы, я смотрю. А потом и заселились по ходу и пчелки. Может, из-за этого сразу и не заселялась тут семья, потому что тут осиное гнездо, ребята. Я вам потом в процессе покажу. Так, рамочка тут оторвалась, но она пустая. Сейчас я сюда пчелку стряхну. Пчела вроде спокойная. На всякий случай перчатки одену, буду без дымаря пока работать. Все, ну вот про эту рамочку я говорил. Тут вот такое его осиное гнездо было. Ну, пчелы выкурили по ходу ос. Так, главное маточку увидеть. Вот тут вторая часть. Вот такое вот гнездышко. Пока в сторонку отодвинем. Расплодик есть, ребята. Небольшой, но есть. Личинка, медок. Сюда вот так поставлю рамочку. Можно будет, в принципе, подсилить. Его пчела вот тут кучкуется. Маточки пока не вижу. Но яичко есть. Однодневное. Надо одной рамкой закрытого расплода их подсилить. И пчела нормально будет работать. Тут тоже расплодик. О, рамочка. Маточки пока не вижу. Медочка тут они залили. Вот такой вот расплодик. Тут такая двойная рамка непонятная. Конечно, лучше ставить хорошие рамки, иначе может вот такая фигня произойти. Ладно. Тут пчела сидит. Надо ее струсить аккуратно. Сейчас подумаю, как лучше сделать. Чтоб пчела пошла. Так, наверное, я сделаю. Спрошу сюда пчелу. Пчелы тут много. Трусил всю пчелу. Сейчас она потихоньку на рамке пойдет.
кусочек я вот так подложу. Пускай она сползает туда. Ну вот, основная пчела сошла. Тут перед литком высыпем, она залезет. Все, основную операцию мы сделали. Сейчас закрытый расплод, рамочку им дадим, и медовую. И пускай они развиваются.